Все готовы и выйдем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Узреть начало эры разрушения! Жена. Коват. Небеса в огне. Побежали. Кивни быстрее. За лужей смотрим. Войт. Скажешь. Заходи. Я босс. Сантей. Точнее, я подкрыть. Крутитесь, крутитесь! Вперед, только немножко от босса отойди. Вас не убило. Долорес. Прости. Этаж. 55. 56. 54. Стопайся. Лезвие пройдет. Мозер. Так, Лёха, мне во тьме или свет идти? Свет. Свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные. Сместитесь на махиву. Адмирал. Рейнзи, гречу. Небеса в огне. Танки. Тёр, танки. Уже смотрим. Прости. Монород Френтика. Дженуэн Артеми. 80. Стопните, тьма маленькая. Чего там, блядь, дохнет? Стали все на одну сторону, что хуй там были, блядь. Черно-танки опять. Где БРы? РДД большого. Т-34.
Второй большой появился. Служа вышли. Поверни босса туда немножко, левее, левее. Враска. Растут же мобы. Вот так, да. Где БР, Монро? Дошел, дал БР. 70. Далеко сейчас. 80 стоп, тьма. Мобы растут дальше. Прости. Это бесполезно, ложитесь. Ложитесь, ложитесь. Бесполезно. Чё за херня, блядь? Где БР? Жноем, блядь. Монаро. Так нахуя ты бьёшь мобов, блядь? Мы вышли в свет, тут всё в огне было. Тут вообще хуй выберешься. Поэтому здесь подохли несколько человек. Первый метеор. Мобов залили, блядь. Идёт второй метеор. Почему в это время не дал БР? Не дали БР. Только до вторых мобов. Не дали БР, но с другой стороны... Вопрос второй. Почему, блядь, вся этот, весь свет стоит хуй пойми где? Почему не все в одном месте? Потому что кто-то вышел под морду, а кто-то под хвост. Я сказал выходить под хвост, портал под хвостом. А те, кто вышел под хвост, в итоге попали в ужу, которую там вынесли. Я вот лично из-за этого под морду. Я не попал в ужу, я выходил под хвост. Значит, ты вышел чуть раньше, чем человек, который вышел с ужей. Потому что я вышла в лужу. Я тоже вышел в лужу, сдал тучку, вышел, все в огне было. Лужа бросилась на меня в тот момент, когда я нажал. Я, блядь, вообще, вряд ли. Я нажимал на портал, на меня сразу лужа кинулась и разлилась. Последняя китая осталась. С этого пула по 250. Саша, когда ты выходишь, она автоматически не сходит. Я знаю. Она кинулась именно в тот момент, когда я пожал портал. Прям там доли секунды пролетели. Ну типа всегда надо ждать эту метку, а потом только выходить. Всегда вообще, ну по-правильному. Там были секунды до лезвия уже, мы были под хвостом. И нас в любой момент могло застанить. Бафа. Заебло, реально. Хуй пойми, где все находятся. Даже первый метеор упал, трэш залили, блядь. Почему до сих пор стоят все в разнобой, блядь, цвету? Не все в одном месте. Почему, видя, что метеор на танке, ты перебегаешь через ту сторону, которую он будет поворачивать? Почему Нурглет не может повернуть немножко правее мобов, видя, что рейд стоит, там, блядь, лужа лежит, блядь, и рейд не может никак мобов назад отхуярить? Почему просто босса нельзя левее повернуть просто и все? Проверь. Хуйня полнейшая, анархия, блядь. Всю эту хуйню. Все здесь выйдем. Ощущение, что, блядь, там половина вообще первый раз. Свету. Под боссом никто не запрещал перебегать на другую сторону, если вы стоите где-то отдельно. Thank you.
Жан. Могу добить. По мобу не играет. Жан. Скажешь. Заходим. Немножко криво босс будет, надо чтобы все отошли назад. Первого лезвия может... Адмирал. Начинаю подкручивать. Долорес. Еще 2%. Девка. Сколько процентаж? 56. Не, лучше 100. 55. Стопайте, лучше подожди. Стоп. 53. Мозер. Кто там отдельно? Железо накрою. Портал возле вас. Все, вышли, встали тут. Казон. Хилы сюда перебеги. Перебежали. Адмирал за боссом. Не можешь пока что там искать. Элбрил, метка. Тьма, бейте. Че, РДД больше по-большому работает. Все РДД по-большому сливаем. Народ, перебегим туда, дашь БР по адмиралу. Трэш не вливайся. А как огонь-то, блядь, криво дугой пошел? Элбрил опять. Наперед не бегите, вот, метеор побежали. Все, мой народ, давай. Биг Бабу. Все, стоим одной кучей. ДД большого забиваем. Гречка, не подходи близко. Рэнзи. Спел его. Фантей. Я сам все здесь спел. Ты за босса. Вижу. Смотрим огонь. По тьме дал на ману. Санты. Этот на Эликс выбежит. 80. 80, тьма стоп. Прибежали. 50, бейте, тьма. Яру во тьме, давайте. Враска. И свету тоже. Халкадан. Полтора сада. Что за диспэл? Максимально коряво.
Тьма за этой лужей возле стеночки. Простя. Не... Два с половиной ляма, добивайте. Всё, выбежала. Выбежали. Слов нету, тьма. Ой-ой-ой. Так раньше, блядь, делать нельзя было, чтобы ровно было на все на третьей фазе. Ну лут охуенный. Ага. Наконец-то что-то на ловкость упало. Сказал полностью. Вот говно нас наебали. Такое убийство, такое лут. Не самое отвратительное. Я вообще не знал то, что вот эта лужа, она, по сути, должна была идти дальше к стенке, она взяла, блядь, к луже, так завернула, так на меня, я вообще был в ахуе. Нет, самый прикол в том, то, что во тьме, блядь, до сих пор метки не научились выносить. Вносят, блядь, наперед. Я не знаю, Враску, куда ты побежал. И кто тебя продиспелил там? Да, всё. Чё, может, Груль Маги Гер или Кару Гер или чё? Кару Гер там, чё-то убежали. Завтра их там будет? Скорее можно... всего, да. Можно разочек у КХМ ковырнуть. Так. Я начислил, если что. Кому ступни отдать на оспех?